зарядил камеру и бегом назад. Специально посчитал. Примерно 2000 шагов, это где-то километр, 600 метров от вокзала, находится вот такой вот пруд в центре Екатеринбурга. Вот я перед этим бабушку встретил, она мне рассказала, что это был дом, здесь вот был дом пионеров, ей лет 80, наверное, и что она в детстве занималась, и якобы вот эти вот птицы, утки, вот это все, здесь зимовали, подогревали типа его. Ну, говорит, советские времена кончились, так она мне сказала. И вот смотрите, они теперь попрошайничают, как ручные собачки. И не боятся никого. Видите? Вот они. Утки, селезни, да? И что, вы зимуете или что? Вот в этом пруду они плескаются. Смотрите, я подхожу, и они тут как тут. Плывут попрошайничать. Не знаю, давать не давать. Вон они все прут сюда. Ну-ка попробую сейчас сходить вот на тот мост. Вон сидят, никого не боятся. Видите? Тут им вороны помогают, вон сидит ворона на дуба, на иве, конечно же. Ну, эти дикие утки, никого не боятся. На улице ноябрь месяц, скоро вот эту лужу закует лед, но они все равно здесь. Вот он. Ну-ка, надо попробовать дать им, наверное, покушать. А? Ну, смотрите, я совершенно незнакомый человек. Вот они все слетаются. Меня, конечно, это поразило. То есть они не одно десятилетие здесь. Ну, на, держи. Оп. И далее. Эти им такие вот кругляшки даю. И что? Вылазят на берег потихоньку. Смотрите. Ну-ка, ну давайте. Кто смелый? Оп. Как воробьи, ё-моё. Специально вернулся. А жирные какие, надо сказать. Типа домашних. Ну, еще. Ну, так-то сильно не подходит. Ну, видимо, кто их часто кормит, к тому подходит. На, держи. Да бери, не бойся. Ну, кто смелый. Опа. Опа, отобрала. Ну-ка, на мостик. Ну что, давайте. Хлеб-то они лучше, смотрите. Оп. Попрошайки. А вода с них скатывается как. Они сухие все время. Прикольно. Вон они уже сзади меня обошли. Окружили, короче. Боюсь камеру уронить. Так бы, конечно. Так, вот она. Ну-ка. Кто из вас смелый? Опа! Тот вперед. Оп.
На расстоянии вытянутой руки, можно сказать. Вот такой пруд есть в Екатеринбурге. Оп, по башке. Вкусненько. Ну-ка, вот туда бы еще сходить. Все, стал уходить, но некоторые плывут в мою сторону. А вон там уже лед, они на льду гуляют. Посмотрим. Вот смотрите, кругом шумит город. С правой стороны улица прям такая, ну, ездовая. И с левой стороны мощная улица. А посредине парк вот этот. Конечно, это, можно сказать, чудо, что сохранился он. Что его не застроили высотками в наше-то время. Я думаю, в наше бы время не построили вот такой вот пруд с островом. А на острове, видите, что? Сейчас попробуем зайти туда. Что, фотайте? А? Фотайте, что? Трасса. Табличка где-то была. Вот так вот парк. Здрасте. А вы не в курсе, кто построил его? Это не сами по себе, вот если бы дальше. Это революционная, да, еще? А? Да. Да. И это просто до революции. Уточки. Вот как можно спуститься к воде. Ведь больше 100 лет, если до революционной. Видели? Какая-то труба, может быть. Может быть, даже для подогрева воды. Смотрите, какие замки. Да, серьезно. Жесткие девушки на ходу курят. Болты, ну, наверное. Смотрите, 4 пальца. Дома измерю, не знаю даже. На 70, наверное. Держит мост этот. Мини-мост. А вон там дама с коляской тоже курит. Да. Жесткий екатеринбургский. Екатеринбургский. Екатеринбург. Шки, не знаю, как правильно. Девчонки из Екатеринбурга, суровые. С коляской едет, курит. Вот так вот. И тут же кормят уточек. А вот там вороны бьются за свой хлеб. А, вон там утка сдохла, вон она. И вот они ее дербанят, вороны пытаются, видите? Вот отсюда что-то выбегает. Какая-то вода, не знаю, что за вода. Все-таки это искусственно. Дохшая утка. И вороны ее дербанят. Естественный круговорот. Так сказать.
сказать. Ну все, показал вам чудо Екатеринбурга. А вот здесь утки кормятся, ныряют, чистятся вот там. Вон, смотрите, тут что-то они какие-то пугливые. Вечером стало подмерзать в Екатеринбурге. Немножко гололед стал. Не совсем приятно. Темнеет. Вот небоскреб. Я насчитал примерно 60 с чем-то этажей. То есть выше небоскреба Высоцкий. Подойти к нему не знаю как. Вечереет. Город незнакомый. Да и скоро уже отправление, поэтому двину-ка я назад. Не знаю, посмотрю, что за небоскреб должен быть в интернете. Панораму сейчас сниму. Вот в прошлый раз, когда с Ларисой были, у нас не получилось покататься по городу, потому что, я уже говорил, стекло разбили. Так, такой город весь в огнях, можно сказать, симпатичный. Металлический футболист. Вот какой. Это что такое? Екатеринбургу. Вот ЗАО, региональный центр лазерных технологий. Во. Из лазера вырезали. Железнодорожный район. И рельсы тут. Фига себе. Все стильно. Вот они какие рельсы. А, я же забыл. Россия 2018, вот смотрите, еще осталось. Это, наверное, подарили этого стального футболиста к мировому чемпионату 2018. В Екатеринбурге он тоже же был. Ё-моё, вон мячи тут, смотрите. Кто-то город-то и преобразился. Все понятно. А что за памятник? Смотрите. Счеты, типа счеты, да? Ага, с пером. Трубка или что это такое? Короче, что-то такое. Так я не понял, что это такое. Хрень какая-то. Ну вот, центральная улица. Ночью Екатеринбург. Вечерний, не ночной, а вечерний. Подсветка домов. Фонари. Прям Бродвей. Фасады домов немножко слазит. Смотрите, вот тут. Не добавишь, не добавишь. Если нет, я не думаю. Смотрите, вот тут. Земляка с Казахстана, с Караганды. Интересный парнишка, 23 года. Ну, если согласится сейчас, интервью у него возьму. У него брекситы или как на зубах стоят, или брекиты. Немножко он интересно говорит. Сейчас послушайте. Ну и что? Кто узнавал? Я не знаю. Они тоже сегодня. А? Они с Казахстана. С Казахстана? Да. И что? Ну они раньше поменяли деньги.
Нет, а это, не могли деньги поменять. Ну, а сейчас... Золото заклали. А сейчас поменяли? Золото заклали. Смотри, что? Невозможно деньги в Екатеринбурге поменять. Офигеть. Офигеть. Это кто хорошо знает, кто может быть. На корабле я как-то менять. Везде, на вокзале 4 банка стоят. Как не идешь, везде банки там стоят. Понятно. Ну, Казахстане так, да, а здесь вот так. Здесь не дают разгуляться сильно. Каждый будет тут деньги менять. Так вот, ребят. Где ломбард? Они везде тоже спрашивают. А сейчас они тебе сказали, да? Ну, конечно, конечно, неудобно. Я в шоке, да? Звезда в шоке. Закрытие, да? Вечера всего на поезд. А это надо вот то, что ехать. Ну, вот так. Яша предложил мне конфету. Карагандийская конфета, кстати. Да, вкусная Караганди конфета, я знаю. Шоколадная? Конечно. Я тихо забрал. Ну что ты распечатывать будешь, не надо? Не, она уже распечатанная. Сам хвалишь? Сам хвалишь? Нет, она порвалась просто, я убрал все. У меня есть канал на YouTube, знаешь YouTube? Да. А? YouTube? Да. Я все знаю. У меня канал есть на YouTube. Да? Да. Хочешь передать что-нибудь? Да. Спасибо, что... Кругом у нас можно поменять тенге. Ну все. Давай, я тебя запишу. Короче, Яша телефон справили. Я ему 100 рублей дал, а он мне тенге. И у него получился номер. Поехал Яша со своими попутчиками. С теткой. Тетка серьезная. Не здрасте, не до свидания. Что-то я не заснял их. Наступил момент возвращения с Екатеринбурга. Наконец-то я, скорее всего, дождался. Но не знаю, насколько. Сейчас должны объявить. Надо в Перепом идти. 16-й вагон. Третий путь. Откуда он прибывает? Оттуда или оттуда? Наш поезд прибывает с Москвы. Москва-Барнаул. Нумерация с хвоста. Так что я ушел вперед. Примерно как Новокузнецк. Еще надо, наверное. Сейчас минус 10. Мне было плюс 4, сейчас минус 10.
вагон. Это нам не нужно. Давайте поднимемся с страховкой. Спасибо.